Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось сказать вам о том, что по форме вашего вопроса наиболее вероятно, что вы ошиблись разделом и задаете свой вопрос в эзотерику, потому что вопрос «Скажите, мы с ним помиримся?» – это вопрос, адресованный больше эзотерикам, а не психологам, потому что именно первые, то есть эзотерики, могут предсказывать будущее, и именно они могли бы ответить вам на ваш вопрос относительно того, помиритесь вы или нет. С точки зрения психологии, я дам вам некоторые рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам преодолеть трудности с вашим другом, и вы помиритесь. Во-первых, вот вы пишете, что это мой друг, он мне как брат. Это означает, что вы человека очень близко подпустили к себе. Это означает, что человек для вас очень важен. Вот здесь важно подчеркнуть, он для вас брат, или вы оба друг для друга, как братья. Это вот такой очень важный момент, потому что если только он вам как брат, а вы для него не являетесь таким вот востребованным и важным человеком, то очень может быть, что перекос данный сыграет с вами злую шутку. То есть вот что происходит сейчас, то, что вы поссорились, это ведь нормально. Это нормально, что люди ссорятся, это нормально, что люди не сходятся по каким-то взглядам, да, по каким-то вопросам и так далее. То есть это абсолютно нормально, но вы это переживаете очень сильно. И вот если взаимности между вами нет, то есть если вот вы к человеку относитесь так, как будто он вам брат, а он к вам так не относится, то, соответственно, могут быть проблемы. И проблемы, в первую очередь, конечно, могут быть именно у вас, потому что вы не можете без этого человека, вы не можете без него, и, соответственно, вам от этого плохо. То есть здесь важно, чтобы была взаимность. И чтобы вы сами для себя могли ответить на вопрос, насколько оправдано то, что вы сделали этого человека братом. То есть, ведь понятно, я надеюсь, что братом можно назвать далеко не каждого, и важно, чтобы этот человек, действительно был достоин того, чтобы вы его так назвали. И если он не достоин, если по какой-то причине вы сделали это, потому что, например, так было нужно вам, потому что по-другому вы не можете, то эта проблема скорее ваша. И, соответственно, разбираться с тем, почему именно этот человек стал вашим братом, и почему вообще у вас может быть брат, если это не родной брат, нужно уже именно персонально с вами.
Далее вы говорите, значит, но нас кто-то поссорил. То есть вот ваше «но нас кто-то поссорил» с точки зрения психологии выглядит как бег от ответственности. То есть почему вы говорите, что вас кто-то поссорил? Почему вы не допускаете той мысли, что именно вы поссорили? Почему вы не допускаете той мысли, что именно вы ответственны за то, что вы поссорили? Почему вы не допускаете той мысли, что именно вы, ваши какие-то действия, ваши какие-то поступки привели к тому, что вы поссорились? Это вот, на мой взгляд, тоже такой очень важный вопрос, потому что вы избегаете ответственности именно за вот то, что с вами происходит. Вы избегаете ответственности за то, что произошла ссора, и вы, соответственно, держитесь из-за этого в стороне от, например, понимания того, почему это произошло. То есть, чтобы вам адекватно понять причины ссоры, не через перекладывание ответственности на себя, ой, на других, а через взятие ответственности на себя за то, что произошло, нужно перестать думать, что кто-то вас поссорил. Вас бы никто не смог поссорить, если бы у вас не было бы скрытых проблем, о которых вы, скорее всего, ну, просто-напросто не думали, не рассуждали и вообще даже не подозревали, что они, эти проблемы, есть. И это, опять же, ну, очень может быть, что это вы сделали подсознательно, целенаправленно. То есть вы сделали это потому, вы поступили так потому, что, возможно, вам не хотелось. Вам не хотелось, чтобы были какие-то проблемы между вами и вашим братом, вашим другом. То есть вот эта вот позиция избегания, позиция избегания, она вот, к сожалению, ничего хорошего вам не несет. Именно здесь. Именно если мы говорим о том, что произошло между вами и вашим другом, да? Надеюсь, вы это понимаете. Далее, скрытый враг. Ну, скрытый враг — это вообще, знаете, в психологии такого понятия нет, как скрытый враг. То есть, если что-то произошло между вами, между людьми, если что-то происходит, то это, ну, только их ответственность, только их. И не тебя больше, потому что люди, как правило, не позволят никогда и никому значит поссорить себя, если у этих людей, ну, например, все в порядке. А если же у людей не все в порядке, если же у людей есть какие-то проблемы, то эти проблемы их вскроет любое третье лицо, и не нужно быть врагом, не нужно быть никаким там
скрытым, не скрытым, явным, неявным врагом быть не нужно, чтобы поссорить таких людей, потому что у них уже изначально, у них уже есть проблемы. И как бы это уже их ответственность, что они эту проблему не увидели, это уже их проблема. Что они не придавали ранее значения тому, что между ними происходит, тому, что с ними происходило, и тому, что с ними случилось, что и позволило, возникнуть обстоятельству, которое в итоге поссорило вас. Скажите, пишите вы, не помиритесь? Да, если сейчас дадите ему время побыть одному, не будете какое-то время к нему приставать, а потом спокойно поговорите. Как и что мне делать, чтобы вернуть доверие? Ну, для начала нужно объяснить ему, почему вы поступили. Для начала вам самому надо разобраться с тем, что между вами произошло. Для начала вам нужно самому определить до конца свою позицию так, как она есть, а потом уже, собственно, будет видно, как это донести до другого человека. У меня нет ощущения, что вы свою позицию сами знаете, и вы отдаете себе отчет о том, какова ваша позиция. Я все принимаю близко к сердцу и болезненно такие вещи приношу. Так, ну, значит, принимаете все близко к сердцу, это эмоциональность, отсутствие эмоционального интеллекта и неумение правильно дешифровывать свои эмоции, то есть если вы что-то испытываете, чувствуете какие-то вот эмоции, то вы неверно их истолковываете, соответственно, неверно поступаете, и из-за этого происходят такие вот ситуации. Я полагаю, что нужно вам здесь поработать над эмоциональным интеллектом. И также эмоциональный человек, который вот, принимается близко к сердцу, он очень часто, не всегда, но часто, значит, проецирует значит, свои переживания на других людей, то есть ведет себя с ними так, как будто эти люди переживают то, что в действительности переживает он. И из-за этого искажается образ человека, с которым субъект общается, и из-за этого нарушается естественный ход коммуникации, коммуникационного процесса. То, что вы болезненно такие вещи переносите, ну, как вы написали, заставляет меня предположить, что это уже не в первый раз такое произошло у вас. И, соответственно, нужно здесь задать вопрос вам, если это происходило еще, то там тоже был виноват скрытый враг, или как, и по какой причине там вы сталкивались с той же проблемой, что и здесь. То есть у вас, видимо, есть определенный сценарий в поведении по отношению к друзьям. И с учетом того, что вы описываете, я могу сделать вывод, ну, предположить, что вы используете механизм слияния, то есть вы пытаетесь слиться эмоционально и духовно в другом человеке, вы пытаетесь слиться в нем, и, собственно говоря, это человеку не нравится, то, что вы пытаетесь в нем слиться. Этот человек не нравится, он сопротивляется, вы
Скорее всего, это сопротивление расценивайте как вызов вам, как нежелание, ну, например, быть с вами другом, может быть, или что-то вроде того, и из-за этого отношения ваши заканчиваются. Но это еще раз повторю, только предположение, нужно это подтверждать, либо опровергать. Все это делается в процессе беседы с психологом, поэтому если у вас есть желание, выбирайте себе эксперта и работайте с ним более подробно уже именно над собой. Ну, а поработав над собой, вы сможете и скорректировать свои отношения с другими людьми, в том числе и вот с этим вашим другом, который вам как брат. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!